Орден Нахимова учрежден 3 марта 1944 года. Им награждались офицеры военно-морского флота за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечена активная операция флота, нанесен значительный урон противнику и сохранены свои основные силы. Автор проекта ордена – художник Хамич. Знак ордена выполнен в виде пятиконечной звезды, лучи которой сложены из корабельных якорей. В центре звезды круглый медальон, окантовка которого исполнена в виде якорной цепи. В медальоне погрудное изображение адмирала Нахимова. Над портретом надпись «Адмирал Нахимов». В нижней части медальона серп и молот, положенные на полувенок из лавровых ветвей. Знак ордена первой степени изготавливался из золота, серебра и рубинов. Знак второй степени полностью из серебра. Лента ордена первой степени оранжевого цвета с продольной черной полосой посередине и двумя тонкими черными полосками в окантовке. Лента ордена второй степени оранжевого цвета с двумя черными продольными полосами в окантовке полоски оранжевого цвета. За годы войны произведено 82 награждения орденом первой и 469 награждений орденом второй степени.